Рингит – национальная валюта Малайзии, состоит из 100 сенов. В обращении находятся банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рингитов. На всех банкнотах с лицевой стороны изображен портрет первого верховного правителя Малайзии – Туанку Абдул Рахмана. И вот, пройдя 5 километров с горы Пенанг-Хилл, я добрался наконец-то до ботанического сада. Этот сад намного меньше, конечно же, тех, что я встречал на Шри-Ланке или в Таиланде, но все-таки он хоть и маленький, но сделан со вкусом. Еще одно преимущество этого ботанического сада в том, что вход на его территорию совершенно бесплатен, а красоту, кроме ландшафтов, которые создал человек, придают также окружающие его горы с джунглями. На территории ботанического сада также находятся указатели, благодаря которым вы сможете попасть на ту или иную экспозицию. Вот это, к примеру, экспозиция разных видов папоротника. А это уже экспозиция пальм. Озвучивать все экспозиции я не буду. Просто наслаждайтесь красотой и звуками природы. Для людей, которые не хотят или не умеют ходить, здесь также предусмотрены электрокары. В основном это китайцы. А вот это водные лилии, но природа сказала, закрыто на переучет. Думаю, вы поняли почему.
вдоль всех экспозиций проложены хорошо асфальтированные дорожки, так что вы не запачкаете свою обувь. Гуляя по ботаническому саду, я забрел на экспозицию, которая не была подписана. И я не знаю, что это за красивые цветы. Если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я буду вам очень благодарен за это. Зато на территории ботанического сада, в отличие от горы Пинар, обезьян хоть отбавляй. Здесь они двух видов, огненно-рыжий и вот такие вот черные, с красивыми мордочками. Протекает по ботаническому саду также небольшая речушка, и по ее руслу сделано несколько водопадов. Также здесь есть скамеечки, на которые можно присесть и насладиться красотой окружающей природы.
На переднем плане вы видите деревья ботанического сада. На заднем это горы Пенанга. А вот такие деревья мне встречались и на Шри-Ланке, и в Камбодже, и в Таиланде. А цветки этих деревьев очень любят кушать макаки. А это, так сказать, интерактивная карта ботанического сада. А вот те самые электрокары для ленивых. Так как вход на территорию ботанического сада бесплатно, то непонятна цель этого работника. А при входе также стоят указатели и информируют вас о том, куда вы можете пойти. А здесь находится стоянка автотранспорта для тех, кто желает посетить ботанический сад. К ботаническому саду курсирует автобус номер 10, но он настолько редко сюда заезжает, что, прождав немного, я не выдержал и пошел пешком к моему гесту, который находился на территории старой части Джорджтауна. Первый указатель показал, что к Little Индии или к территории старого города идти приблизительно 4 километра. Но благодаря тому, что мне удалось пересекать дороги, на которых запрещено ездить автомобилем, то приблизительно мой путь составил около 2,5 километров. Причем в некоторых местах я шел даже быстрее, нежели стоящие в пробках автомобили. Как я уже говорил раньше, Джорджтаун – это этакий микс индийского, китайского и мусульманского мира. А вечером я пошел прогуляться еще к одному значимому месту старой части Джорджтауна. Это его набережная, где находится порт, а также еще одна достопримечательность, о которой я вам расскажу немного позже. Кстати, вот это территория порта. К нему постоянно курсируют автобусы, правда, не все подряд, а только определенных маршрутов. А вот это то место, которое я хотел вам показать. Здесь также есть поселение на воде. Правда, оно разительно отличается от тех, что я видел в Камбодже и Бирме. Здесь все намного культурнее и аккуратнее.
Если вы не брезгуете, то запросто можете перекусить в одной из уличных кафе. Территория старого города – это сплошной большой рынок, на котором размещены сувенирные лавки, кафешки, а также храмы индийского и мусульманского вероисповеданий. А эта дорога ведет тоже к набережной, но уже за границей порта. Когда я ехал в Джорджтаун, я надеялся, что он будет минимум как Гале на Шри-Ланке, но по факту этот городок намного хуже и грязнее, нежели того, что я видел ранее в других государствах. Это мир для тех, кто не был еще в Индии или какой-нибудь мусульманской стране, но хочет туда попасть. И для того, чтобы убедиться, что у вас хватит сил, приезжайте вначале сюда. А вот это, кстати, набережная, но почему-то закрытая для посетителей. Вдали виднелось, как репетирует некий парад. Наверное, поэтому и закрыли. А вот велорикши в этом городе какие-то вялые все. Они неспешно ездят по городу, но ни одного клиента у них я не видел. So I